В запасе три жизни, а вместо патронов лазерный луч магнитогорские студенты приняли участие в городском турнире по лазертагу. Высокотехнологичная игра проходит в реальном времени и пространстве. На поле боя побывала и наша съемочная группа. 2, 1, начали! Бой по команде. Из экипировки у стрелков только специальная повязка с датчиками и лазерный бластер. Задача – сразить как можно больше противников и выполнить задание сценария. Я играл в страйкбол, в пинбол. Как бы мне эти игры намного больше понравились. Ну, здесь эта игра тоже забавная и по-своему хороша. Здесь есть такое физическое явление, как рикошет. Вот, и в принципе, даже не видя противника, можно его как-то ранить, подстрелить, убить, ликвидировать. Сценариев несколько. Тренировка, поиск флага, захват контрольной точки и обезвреживание бомбы. Побеждает команда, набравшая 4 очка. К слову, игра в такую войну популярна не только у молодежи, но и у сотрудников спецподразделений. Для военных это удобно, потому что, ну, вот таких структур, потому что можно отрабатывать навыки, которые не отработаешь с другим видом оружия. Например, тот же самый страйкбол, у него дальность поражения максимум 50 метров. Здесь дальность поражения 250 метров, для определенных видов оружия даже до 1,5 километра. То есть можно снайперские винтовки настраивать и проводить уже полномасштабные военные игры. Полигон соорудили на базе магнитогорского отделения ДОСААФ. Всего в соревнованиях приняли участие 14 команд из колледжей города. В четвертьфинал вышли 8 из них, проигравшие выбывали из турнира. Лазерные сражения в Магнитогорске проводят уже второй год подряд. Мероприятие посвятили предстоящему дню неизвестного солдата. Мы в своей деятельности работаем с оружием, работаем с тактикой, поэтому, ну, считаю, что, конечно, есть и в знаниях, что передать ребятам. И действительно, это очень азартная, очень интересная игра. От каждого учебного заведения выставлялось по 3 команды. 2 места на пьедестале почета заняли стрелки из Магнитогорского технологического колледжа. Ребята завоевали 1-е и 3-е места. На 2-м студенты политеха. Мария Клименко, Егор Суханов. Информационная служба медиагруппы «Знак».